Запечатано пока. Угу. Блин, ну ты уже такая хорни, несмотря на то, что запечатано, да? Угу. Желаю, ну, каждый день мечтаю просто, вот, чтобы меня кто-нибудь выебал уже. Бля, респект, респект. А можешь побольше так поговорить? Я чувствую, чат это пол нравится. Как ты хочешь, чтобы тебя прям грубо выебали или как? Ну прям как возносило. Прям как, знаешь? Не, осуждаю, но прям как типа шлюху конченую, прям чтобы вообще прям жестко, да, чтобы, ну прям типа член в горло, чтобы у тебя тушь потекла, ты такая вся в соплях, вот такое. Чтобы у меня блевотина еще. Бля, жестко. Блевотина такая. Жестко, я видел такой, да, в интернетах показывают. Да, я тоже видела, как козу ебут. Бля, осуждаю, не надо так. Прости. Да, не, ну вот блевотина, это, конечно, да, это интересно. Но это фу большой член в горлышко, типа, залазит, когда, да. Угу, такой жирный, ну, большой жирный. Да, кайф, ты придумала. Ну, блин, да, мощно. Нравится мне такое. Так ты же еще не... Ну, тебе нравится визуально, а вдруг ты, типа, попробуешь и скажешь что-то, типа, я умираю, я задыхаюсь, прикинь? Прикинь, ты задохнешься от члена. Да я так никогда не скажу. Ну, не, ну, ты, конечно, ты не скажешь, ты же задохнешься. Я задохнусь. Ну, мне же нос открыт. Так, не, а еще и нос, типа, руками закрывают, я видел. То есть нос закрывают, вот так пальцами зажимают и в горло трахают. И получается все вообще. И вот самый кайф. То есть, типа, ты дышишь, и это еще интереснее, как бы, знаешь, что, ну, типа, задыхаешь, там воздух, вот это все интересно. Так это еще лучше. Да, это вообще фул интересно. Там все сопли, слюни, тушь. Кайф. Типа, блевота, вот это фул круто, да? Мне очень нравится такое. Фух, шиш. Ну, попробовала как-то в ближайшие полгода. Бля, четко. Ну ладно, что, но ты если надумаешь, пиши в директ там или куда. Договоримся, хорошо, не знаю. Хорошо, давай. Все, давай, обнял, приподнял.